Каждому из сотрудников предоставлена отдельная палата, вот такая, где он вне работы в зоне с коронавирусной инфекцией проводит время. Вот это, в частности, моя палата. Бүгүн гематолог, инфекционист жана балдар онкологу болуп 3 дарыгер бейтаптарды карап чыктык. Учурда алардын абалы канааттандырарлык. Тиешелүү бардык процедураларды жасадык. Баарына ийгилик. Бул жактан биз атайы кийим кечектерди кийебиз. Өзүн коргоо каражаттарын кийип бөлмөлөргө аттанабыз. Эки эшиктен киргенден кийин кызыл зона башталат. Бул жакта коронавирус илдети аныкталган бейтаптар жатышат. Удачи всем. Здесь мы одеваем полную экипировку, одеваемся в средства индивидуальной защиты и дальше идем вот в шлюз. Здесь первая дверь, за ней дальше там вторая дверь и за ней уже начинается так называемая красная зона. Красная зона — это то место, где находятся пациенты с подтвержденным коронавирусом. Бүгүн бейтап өзүнүн дарыгери менен көрүштү. Кана, ага эмне даярдап койдуң эле? Тапшыра бер. Ал дарыгерине жүрөк формасындагы белек камтап койуптур. Подарок, оказывается, сердце своё.